Я видел, серьезный такой. Медаль воткнут в мою морду. Вот это я в 10 штук привез, 12 штук. Это чемпионат мира, да? Да и мира еще хочешь что-то. Не, это немножко. Это мой учитель. Да. Тренер. Это мало. Я знаю. По телеку. О, слушай, сфотографируй у нас, между прочим. Так и меня тогда. Да, давайте с нами встанем. Да, я посередине, а вы, мужики, здоровые, оберегаете меня, в смысле. Это наш телеведущий, тем более мой земляк. Сейчас вы на ютубе смотрите. Называйте Малахов. Свои выступления закончил 2-го Москва Александр с результатом 86 подъемов. Я небольшой Мартин. Я в Каменске. Сильный каракор и речка Сала там. Геннадий Малахов, да? Да. В ютубе набрать и ваш да, концерт. Да, да, Малахов Геннадий, все. И 1700 видео смотрите на всякие темы, по питанию. Что я не понял? По питанию. Вот, можете становиться, мы у вас есть сейчас. Вот мне говорили, поедь это самое, Пугачев этот, как я, муж этот, скажи, как? Ну, скажи, Пугачев, не знаю. Галкин, о. Может, там старший стих наш поведет, а мои меня знают, говорят, поведет, я что, я буду звонить ему, ты мне про меня. Ну, позвоните, пусть обратите внимание. Ну, я сейчас не на телевидении, это я был. Я сейчас на пенсии, я не на телевидении. Ну, что я... Ну, все равно сейчас вы на моем канале появитесь. 10, 9, 8, как самый, 7, самый... 6. 5, вместе 4, с этим Сижовским, ну, между конфедерацией, наверное, слышали, да? Я 65-й поменял. Мне тут ванна есть. 83-кратный чемпион мира. 63-х. 63-кратный чемпион мира. С этими, ну, как его, с Сижовскими. А так, по международной где-то с 17 или около 20. Ну и плюс вот эти там. Ну, Владимирович, давайте, где вы там, Алушка, Сижовка? У меня принадлежат 11 рекордов мира на 14 год мира в каждом возрастной группе. Значит, в 99 году я в 61 год толкнул 24-ки, 95 раз, 180 порвал. Вот так. 24-ки. Да. Да, это он на медали ходят. А вот что-то я не понял. А, чтоб свет хороший. Нет, свет у него хороший. Не, ну там на медальке, что там, там же где-то такой кусок там же. Ну, на медальке там только можно. Хорошо, хорошо. Вот где-то вот так надо. Прихватить, да, они там определятся. Прихватим. Вот, чуть ниже медали. Подожди, как сделать? Вот так выше, убрать тапки или как? София, что ты Вот так. Давай, давайте. Вот так. Тогда надо отходить еще. Да не надо отходить. Там потом обрежут. Отойди, прихвати. Штаны нам не нужны. Все, хватит разговаривать, вот, можете даже улыбнуться. Ну да. А ну, вот я вам как в Софию посмотрите. И да? Зовут вас, как еще скажите? Анатолий Владимирович Кучеров. Вот такой Кучеров. Пойдет. Отлично, как на плакате. Да, елки-палки. Как мотор, на плакате. Как у поросенка хорошего такого. Все, сейчас я покажу Григорию Саитовичу, я ему потом сброшу. Но... Да. Чтобы как в фотошопе глаза можно расширить. Ну, у меня такая проблема, я все время их лезу. А я сам тоже от яркого света. Ну, какие расширились такие глаза. Ну, а что я... Ну, да. Спасибо, что вам. Доброго здоровья, доброго здоровья. Да, если серьезно, у меня... Где-то 260 с чем-то медали. Это я просто мне попросил взять 10-12 штук, сфотографировать. Будет 5 октября в нашем районе, я в Крыму живу, турнир, посвященный мне, крымский. И, наверное, медали... Еще раз, как ваша фамилия? Кучеров Анатолий Владимирович. Там у меня есть, этих, как ее называют,
скажите, одноклассников там... Ну да, одноклассники, контакт, еще там, что-то там. Вот там много обо мне. Ага, даже, хорошо. Даже я не знаю, напечатано. Ну, говорю, спасибо. Много. Спасибо вам. Труш, Анна. Анна, Труш. Пожалуйста, сюда. На эту сторону, Анна, садись. Нет, тут первые, но все равно, что вместе. Кстати, так, все первые. Можно вернуться. Спасибо, Сергей Михайлович. Учебников Владимир. Виктор. Виктор. Виктор учебника. На награждение приглашается Забабура Диана. Александр, Москва. Готовься, Смирнов. Сейчас, минутку, подождите.
Так. Посмотрите в эти глаза. Да, отлично. Чернов, Игорь, представитель Томска. Зеркальную комнату. Все, короче. Спортсмены готовы? Выясните спортсменов, как у нас. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Цапко Егор, Астраханская область, первый разряд. Второй помост, Мишарин Данил, Астраханская область, второй разряд. Третий помост, Грязнов Дмитрий, Астраханская область, второй разряд. Четвертый помост, Волков Даниил, Краснодарский край, первый разряд. Пятый помост, Котелевский Сергей, Краснодарский край, первый разряд. Шестой помост. Воробьев Владимир. Краснодарский край. Первый разряд. Грязнов Дмитрий, 93 подъема. Волков Даниил,
81 подъем. Котелевский Сергей, 81 подъем. Муравьев Владимир, 47 подъемов. Вывести спортсменов, пожалуйста. Спортсменам зайти на помосты. Отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте работает Варламов Сергей, Астраханская область. Первый разряд. Второй помост – Камашка Олег, Республика Крым. Третий помост – Гладков Максим, Республика Крым. Четвертый помост – Дашкевич Юрий, Республика Крым. Пятый помост – Шаура Дмитрий, Республика Крым. Шестой помост – Рудиков Вадим, Ставропольский край. Первый разряд. Свое выступление закончил шестой помост Рудиков Вадим с результатом 33 подъема, гиря 40 килограмм. Свое выступление закончил пятый помост Шаура Дмитрий с результатом 19 подъемов. Выступление закончил четвертый помост Дашкевич Юрий с результатом 28 подъемов. Свое выступление закончил второй помост Камашка Олег с результатом 40 подъемов. Свое выступление окончил третий помост Гладков Максим с результатом 80 подъемов. Thank you.
Последняя минута пошла. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!